Товарищ верховный главнокомандующий, руководящий штаб вооруженных сил и органов государственной власти, к расширенному состоянию коллегии готовы. Начальник генерального штаба, генерал Армин Герасимов. Товарищи офицеры. М777, Цезарь, Паладин и Краб. Мы всегда будем верны делу, за которое отдали свои жизни наши боевые товарищи. Прошу почтить их память минувшим молчанием. События текущего года подтвердили, мы все это видим, Запад продолжает вести против России гибридную войну. Активно снабжает киевский режим развединформации в режиме реального времени, направляет военных советников, передает современные системы вооружений. За последнее время резко выросла и активность военного блока НАТО в целом. К нашим границам переброшены значительные силы из США, в том числе авиатехника. Увеличилась численность войск Альянса в Восточной и Центральной Европе. За вступление Швеции. Фактически это означает очередной этап. Запад от своей стратегии сдерживания России и от своих агрессивных целей на Украине не отказывается. И мы от своих целей специальной военной операции отказываться не собираемся. Все награды будут получать, тоже, наверное, это видят и готовы это сказать. Но на линии боевого соприкосновения можно с уверенностью сказать, что наши войска владеют инициативой. По сути, мы делаем то, что считаем нужным, то, что хотим. Там, где нужно, там, где вы, командиры в целом, считают целесообразным придерживаться тактики активной обороны, это и происходит. А где нужно, мы улучшаем свои позиции. Отражает налеты вражеских воздушных и морских. Все попытки, как говорили на Западе, нанести нам военное поражение, стратегическое поражение, разбились о мужество и стойкость нашего солдата. Представители общественных организаций, партии и коллективы предприятий, школьники, студенты, пенсионеры. И раз говорили, проведение специальной операции выявило и проблемы.